Вот, в скорости работать, потому как скорость с 1 числа следующего месяца лидохромошрукорбота выходит на более активные работы, скоростные режимы очень важны. Дима, сынтым жукот, не застаивайте энергию, не лежите лишний раз, михмешрумошрукоты, будьте в силе, в активности, в работе, это принесет вам плод. Лидохромосынтым жукормошрукоты, следующий месяц сам по себе лидохромосынтым жукормошрукоты гармонизирует все состояние потоков, которые монадическая система наработала. Бихмит и массантимижукурмошрубот. Соответственно, монада принимает энергию, бихтурубошрубот, затем отправляет в физическую форму, чем вы сейчас занимаетесь активно, бихмит и масхады, с помощью энергоносителя, который нарабатываете, определяете физический материал. Лидурмошрубот. Следующий месяц бихтамада, кто знает, цифра 6, с чем связано. Лидамид и массантимижурбот. Поэтому он будет достаточно функциональный, фундаментальный по состоянию системы новых программ. То, что физически будет проявляться, соответственно, нейтрально, бижукурмошрубошрубота в балансе, в гармонии будет определять свою форму основы. То есть каждая программа дома с антимижукурмошрубота будет включаться в параметры основ на фоне данных типов энергии. Лидохурмосантий дыхана, димашукурмошрубота, мита, масса антимижукурмада. Поэтому здесь очень важно, особенно крайние недели текущего месяца, бихмит уже промошрубосхрубота. Наблюдать, что с вами происходит. Бихмит маскан, какие формы энергии вы вырабатываете, какие эмоции, ощущения, чувства бихмит уже промошрубота проходит в постоянной наработке. Бихмит и машрубат, может наработки, может отработки. Замечайте, какие последние дни у вас в настройке здесь сейчас. Лидохромошрубосхрубота, это та форма энергии, которая требует особой формы для того, чтобы дальше вам работать. Михмита Масанда Машабада. Как правило, последние крайние дни текущего месяца Бихмита Жукрабошкода в состоянии ощущений, эмоций, чувств даются настройку более глубокую. Бихмита Масанти Межкрамашамада Кработа. И те события, которые проходят, естественно, дают свои плоды. Дима Сантимиш Курмоша Жукурмоша Кода. Определяющим показателем являются крайние дни Дима Сантимихона Мода. Именно на том, как вы себя чувствуете в потоке именно крайние дни этого месяца. Лидохромосенти и Дыхмана, Дижикурмошрубот, потому что душа закладывает опыт функциональный бихмита массантимижикурмошрубот. И, соответственно, у вас у каждого есть формы энергии, которые в приоритетной базе бихтужикурмошрубот, которые нужно отработать в состоянии ячейки монадического звена. Лидохмита массамашрубот, который уже расписан по четвертому формату согласно вашему анализу. Димассантимижикурмошрубот. Первые дни следующего месяца они будут говорить о том, что бихмита массабот, какие энергии запускаются, Дима Шурбашухода, как цельный день проходит, Михмита Машкан, какие скорости, полнота, глубина, Бихту Жукурмода и качественное прохождение форм. Лидах Дэнса Тхина, Ваша Жукурмоша, Жукурмоша Кода и Диктымада. И очень важно сохранять баланс с телом в состоянии быть здесь и сейчас, Мита Жукурмоша Работа. Постарайтесь это состояние всегда фиксировать на ежедневной форме. Лидах Мида Масантим Жирбат. Сегодня у многих получилось состояние здесь сейчас создать до Жукурмоша Работы, поэтому поработайте осознанно в состоянии восприимчивости тех форм. Лидохромоша Жукурмоша – это форма аккумулированной энергии, вам поможет двигаться по пути в цельном обиходе. Мих Миша Машрабашкада. И каждый день, составляя состояние здесь и сейчас, Мичжукурмоша Жукурмоша, ваши клетки уже готовы. Мих Мита Масанда Машрабад. Программы переиндексированы, формирование есть. Мих Мита Курмоша Жукурмоша. Здесь только нужно в потоке, в гармонии выводить формы. Мида Машрабада. А теперь ваши вопросы. С удовольствием отвечу. Бить душу промошкод на ваше осознанное понимание, на ваш уровень осознанности. Бить душу промошкод. Будем отвечать и выводить. Здравствуйте, Татьяна из Москвы. Раньше не была в христианском эгрегоре, появилось очень много икон. Сейчас покупаем. Я также пишу две иконы. И возник вопрос, как организовывать алтарь дома, если это квартира, если какие-то рекомендации, что ставить в центр. Если есть собственно написанные иконы, нужно ли им какое-то отдельное место уделять, и как организовывать. Дима Жургот, отличный вопрос, он актуальный в 3D и в 4D поле, Бихмита Жургмошкода. Естественно, основной, если вы говорите про эгрегор православия, Бихмита Масамашрбот. Хотя отделение в 4D формах не будет иметь основы, и все эгрегорные формы будут объединены в структурные основы. Дима Шмашрбат, естественно, самый мощнейший и структурный эгрегор – это эгрегор православия. Куратор Богородица, она всегда в центре созидания, во внимании, в активности, в работе. Лидохромоши жукромоши жукоды, дихтемиды, басантими жукромоши мосрбота. С левого края, если вы икону держите лицом, бихмаши машрбат, то есть центр у вас Богородица, лидохмиши машрбат, оформляете
учителя, либо святого, который ближе по духу вам. Бихмитова Срабада. Кто безосознанно идет к нему и молится, бихмошкона с просьбами, благодарностями идет. Лида Мишур Мошур Бота. С левого края то состояние системы активной формы работы, которая в постоянном обменном поле несет роль. Бейджи Машкада, с правой стороны, Бихмиджи Курмош Рвота, Хмида Масанта Машкана. Вы выстраиваете по потоку состояние мужской носитель обязательно, чтобы силу и мощь зафиксировать. Это может быть Никола, это может быть Спиридон, Серафим, Бихмида Масанта Машкана. То есть в ключевые Бихмида Масхана учителя, которые несут стать на земле по программам. Лида Курмош Рвота, работа. Ключевые, почему я называю? Потому что есть форма состояния системы градации на сегодня статусного модуля. Бихмида Машир Машабада. Вы будете понимать, что проявляются парные иконы Бихмаша Машарбада. Парное соседство именно с учителями, оно также будет зафиксировано как единая программа. Лида Хмида Машир Курмашрбода. Поэтому сейчас будут появляться эти парные формы Лида Хмида Маса Машкан. Потому как работы масса и фиксируются программы, показатели на разных вибрациях, на разных уровнях активности и программах. Лидов тоже больше ухода. Поэтому новые формы икон, они уже обозначены, они будут матрицы работать и, соответственно, сотворять. Лиды Масанти Межкурмосы, Диктамины, Басанти Межкурмашамады. И, естественно, будут в скором времени работать через кодовые носители, которые вы сможете самостоятельно на свой код рассчитать, Михмита Машерпад. Поэтому цифровые носители всегда определяются на иконах. Ихтоны. Для чего Михмита Машерпашижукору после года? Для того, чтобы эффективно и структурно на монадической физической оболочке сработать миг Машерпад в моменте времени. Алида Гурмошербода и Диктамида Масрамада. Вы входите в матричные программы, которые на сегодня Алида Хмида Машерпад в цифровом носителе обозначают абсолютно ваши все информационные коды. Вы будете получать QR-коды для себя каждый. Бихмита Масахад, новая матрица с учетом перепрограммирования программ, будет выдавать вам код ID Димисинта Машакана, который будет также иметь значение для каждого, цифровой код Лидамита Машамашрбота. И вы будете таким образом подбирать активную работу по коду Бихмита Масахада. Как подбирать? Я вам по кодам нового расчета покажу Бихмита Журбота. Но прежде чем вывести этот расчет, вам нужно соприкоснуться с мощами и вывести формы. Святой Иоанн Богослов послание получал от какой цивилизации? Дивжукозы, Митамас Антимеш Гурмошкоды. Работал с основанием системы Абсолюта, Дима Сантимеш Гурмошкоды, 9-й планетарный в составе основе. У меня вопрос по цифре 4. Вы когда-то упоминали, что она поменяла свое значение в 4D. Вот можно раскрыть поподробнее, как 4D будет, как четверка будет раскрываться для уже перешедших в 4D. Линда Думашир больше года. Она не поменяла значение, как кармические модули имели свойства основ, так они остаются. Вопрос формата программ, Бихмит уже промышленный под работы и энергии, которые работают в этих потоках. То есть если кармические модули по программным формам в состоянии 3D ввели обеспечение по состоянию форм деструктивных проработок Михмита Машермада, то четверка в состоянии Бижу-Гурмашу-Босхрбот четвертого поля работает в качественной сонастройке, но в кармических связях. Михмита Масарбашабада. Процесс только в эмоциях, в ощущениях, в чувствах Михмашабады, в кармических связях по целостному состоянию. Бихмишрбот. Разный порядок энергии записан в программных формах. Димашимашимасхана в 3D формате, как правило, на отработку материала, на обнуление, Бижу-Гурмашу-Бода, на опыт деструктивных форм, Бихмита Машкана в 4D, Бихмашу-Бода, опыт качественных сонастроек. Такой вопрос. Если у человека вибрации 10-200, резерв 10-200, он пришел на место силы, где можно набрать 2000 мегагерц вибраций, как это будет распределяться и сможет ли он это адаптировать и взять? Надюжу Гонзи Митамашимады. Пока нет таких Дюжу Курмошу Босхрбота активных полей в работе, потому что не задерживается энергия резервная, идет переиндексация форм. Лидых Митамаши Курмошу Босхрбота. Поэтому это бесконечный процесс резервных накоплений и бить Митужу Курмошу Хода. Потому как вы только максимально нарабатываете, тут же эти резервные формы уходят на сонастройку, на респектировку программы, соответственно, вы выходите в более глубокие формы опыта. Дихтымана, и пока вы только вступаете в активные сонастройки, невозможно на 62% программы ума принять эти формы матричных программ, потому что они бесконечные формы работы. Единственное, вы по осознанию будете понимать, что углубленные процессы, расширение осознанности, состояние,
состояние аккумулированной энергии в опыте создает вам, естественно, другую жизнь. Качественный результат в глубине, в познании, в бижу-кармушкоды, в настройке, в работе. Лето мужем вашей работы. Что касается резерва, это бесконечный процесс. И чем больше вы нарабатываете на высокой величине и получаете обменные формы, тем более структурно бижу-кармушкоды качественно проведете эти формы работы, познания, опыта. Лихты ма сантимижурбат. Поэтому, естественно, вам как людским параметрам нужно содержать себя на максимальных величинах для того, чтобы качественно пройти события. Лихту муши муши боды. Резерв только позволяет глубину распектировки вести по программным формам 4D основ. Ведь мета масхада. Но это безграничные возможности у человека. Добрый вечер всем. Есть пары, у которых есть большое желание стать родителями. И по той или иной причине им не дается чада. Я слышала такую информацию, что как будто рядом с этой парой нет некой свободной ячейки, в которую в определенную дату, в определенный час попадает душа, воплощается душа. Гиджи Машхада, нет, не соглашусь с вами. Ледых Мида Машрумашурбос работы. Если пара образуется, не дают чада в основе Бихмита Машрипада, что в частом аспекте созидания бывает, Михмишурбошкода. Показатели могут быть разные. Это не связано с ячейкой монадических форм. Лид Маша Машибад. Это связано с состоянием системы душ в партнерстве. Дима Шукрумашу Боскорбашкод. Это связано с ячейкой монадического звена той души, которая приходит в опыт к определению своих родителей. Дима Шимаскорбад согласно времени и готовности по состоянию сознания и клеточного уровня в том числе. Лидов Масантимишкурмашкода. Почему не дают плод? Михмита Масантимишурбада. Если говорить о женском поле, Дижу Курмашурбода, здесь могут быть различные формы ДНК, отработок Михмита Машмашурбады. Как правило, это беспорядочные связи в состоянии воплощения через мужские мембраны. Димаш Крумашугод – это блоки в состоянии первой зоны, связанные с носителями негодованных форм программ. Бихмита Масантимижукан – то, что наработали, то и получили. Ледихмита Масамижурбады – для того, чтобы выработать женский актив, соответственно, через терпение, через принятие, через пустоту, вырабатывается ток формы тонких энергий Бихмита Масарбады. Когда женщина нарабатывает эти поля, соответственно, выводит качественную жизнь Бихту Шукрумбода через воплощение своей формы, и, соответственно, ей даются эти возможности. Лидер Мита Машир Машибад. У мужчины то же самое, в обратном порядке, Бихту Мита Масанта Машибады. И бывает такое, что здесь может играть роль кармический модуль Бихту Мита Машир Машибады. То есть не могут в партнерстве получить материал, физическую основу в виде чада Бихту Мита Масахад, но раздельно могут. Бихту Мита Шукрумбода. Поэтому, когда вы ведете запрос, нужно четко понимать, Бихмита Маса Машукан, какие задачи у души в состоянии бесплодия. Димиш Крумашукоды с ними активно работает. Лида Крумаши Жукоин Босен Димишкан. Как правило, формы состояния блочности на первой чакре Бихмита Жукоды – это показатели системы монадических основ, то, что душа проходила в реинкарнации, какие формы заработала на земных формах. Еще вопрос. Какой предмет или какое изделие можно взять с Дивеева, чтобы эту программу переиндексировать, в случае, если осознание пришло? Один тоже громоша кода. Ведь осознание раскрывает свои возможности согласно времени. Соответственно, какие-то энергии, какие-то ключевые инструменты помогают раскрыть эти формы. Дикты масса антимеж громоша жукода и хмидамада. Инструментов на самом деле массу. Бихмита машкана. Что вы рассчитываете, в каком уровне сознания? Бихмита масса антимеж жургоны. И я не совсем поняла вопрос, в чем вопрос глубины Бихмита мада. Можете повторить? Вопрос глубины, если пара осознала. Пара, вы имеете в виду? Да, если пара бесплодная осознала все свои задачи, и как можно помочь, например, ей либо иконой какой-нибудь. Диды Машир-Машир-Бода, вы поймите одно, то есть вы начинаете искать способ, Михмита Машухана, способ для того, чтобы помочь себе. Соответственно, вы либо развиваетесь, либо идете в практике, либо энергетически и физически себе помогаете. Либо Машибад. Инструменты разные используются, бить тоже кромошкоды. Вам нужно найти источник, в чем проблема изначально в состоянии формы. Храм всех религий в городе Казани. Относится ли к порталу? Лима Шимахру Бошибода. Обменное поле 4D форм, да. Лиды Мишир Машукода – это как раз та система, которая будет массово образована на состоянии сонастроек разных территорий, и это уже 4D формы общего режимного состояния. У меня вопрос про православие. Например, правила игры 3D нельзя заказывать прошения, записочки за здравие для некрещенных. Изменились ли, могу ли я это делать?
сделать. Али жукурмаш жукона имита масантими жукурмасух туоты делимина. Когда вы обозначаете имя в 3D-формате, бихмита машин-машикан, система на уровне состояния настройки вибрации работает в этих показателях. То есть вы определяете имя, например, Мария бихмита машин-машикан, и имя Мария в матрице очень много. Бихмашин-машикан на эту вибрацию, на звук, на настройку, каждая полимонадическая форм получает основу. Бихмита масантимиш-машин-машикан. Поэтому тут вопрос не крещения состояния, бихмишерпад, вопрос вашей веры в состояние быть здесь и сейчас. Мейту же кромошерпоскорбошерпод. Это чисто формальность, которая определена в состоянии настройки 3D-форм, что нужно окрестить ребенка, либо самому прийти к этому осознанно. Бихмейта машемашерпоскорбад. Формальность это говорит как физическая проявленность. Бихмейта машемашерпад. Вы каждый находится под кураторством, соответственно, каждый на своем пути. Вижу кромошерпод. У вас у каждого обязательно есть учитель своей формы работы, и он вас ведет. Здесь очень важно ваше осознанное восприятие. Дима Сантимиджакрамашабада. Коли вы осознанные существа, соответственно, вы осознаете любой процесс. Как работает форма энергии? Вы осознали в моменте, бихмишамашкада, энергия принята, она переводит вас на более качественный уровень. Лимашка не осознали, вы будете годами прорабатывать и, соответственно, фиксировать как пластинку, и этот уровень активности формы энергии отрабатывать пока не поймете. Лихтумашурмашубода. Чем интересна 4D-форма бихмитамашурмада? Что когда вы находитесь в практиках, вы осознаете момент. Бихмишамашкан, вы принимаете все, что происходит с вами. Лидахумашурмашукоды. И то же самое, как работа с Богом, с самим собой, бихмитуш гурмоши мусхарпот. Очень важно понимать осознанность и настрой, ваша сердечность, ваша осознанность, бихмитуш гурмошхода, ваш клеточный уровень по состоянию вибрации тела, как определяется в форме, бихмиту массантимиш гурмошхода. Я к чему это латаю? Бихмитуш гурмошхода. В 3D-формах по состоянию системы основ есть определенная человеческая вибрация, где на определенную вибрацию есть определенные показатели, инструменты, которые работают, то есть записки, молитвословы, бихмашухон инструменты и все, что использует эгрегор. Лихмида массантимижакрабатов. 4D-формы работает энергия ваша, то есть вы в состоянии здесь и сейчас сердечным подходом активизируете себя. Бихмашухон, и сколько вы энергии в своем поле выделяете, столько энергии в мощь приводит в вашу основу. Вот в чем поток и в чем сила. Лидах мида машерват. Но к этому состоянию, естественно, нужно прийти. Бих мишерват. Не просто сказать. Бижу кромошку работы к мат. Своему проводнику, учителю, что помоги, либо благодарить мижу работы, либо с любовью подойти. Тут нужно почувствовать осознанно и понять свои формы. Дима сантимиш кромошерват. Вот вы сегодня ощутили в практике, осознали в момент. Мих мида мастер. Момент бытия, он может быть на секунду, на две пришел к вам. Но это форма энергии, которая задает параметры. Бихмита Масанта Машкана. Когда вы приходите в эгрегоры православия, обращаетесь через молитвы, слово, бихмита Мажурпота, ваше состояние тела, как работает, как осознанность, как душа, проявляет свои работы, так и тонкие энергии настраивают ваши потоки. Лида Мита Масанти Мажукана. Каждый участник системы эгрегора, бирж Гурмашхода, мы говорим о кураторах, учителях, считывает ваши энергетические формы. Насколько вы пришли, с какой формой в обращении. Бихмита Машкана в 3D, как правило, со страхом. Бихмаш Рубот Хрубот с организацией работы разных форм для того, чтобы обеспечить себе более функциональную работу. В 4D вы приходите за энергиями. И с какими вы возможностями в осознанности ведете этот опыт, Бихмита Машкана, обращение даете, благодарность, любовь в воде на поля. Такие формы созревают. Рихмида Масанта Машкода. Каждому из вас нужно понимать, что вы приходите к святому не просто так. Например, вы собрались сейчас к Серафиму, это тоже не просто так. Михмита Машарбада, когда вы завтра будете расчетную активность вести, вы поймете почему. Михмишарбада, значит, у вас соприкасаются какие-то формы основных цифровых ресурсных форм, Михмита Жукурмашарбада, которые дают вам состояние поточности с фундаментальной работой этого учителя, Бижу Машкрана на ходу в субботу, связано с воплощением, состоянием системы до от рождения бижикомаш работы, либо ПТНК работам, бихмита массанти межикорбат. Вы завтра сможете провести анализ по расчету. Но здесь вопрос в том, что насколько вы осознаете себя в моменте. Бихмита массанти межикорбат. И с какими вы просьбами и осознанно принимаете всю стать, которая происходит с вами в моменте здесь и сейчас. Дима Сантимижакана. Поэтому те ритуалы, которые выполняет эгрегор, дабы дать вам возможность определить аккумулированную энергию в свое состояние через крещение, бихмита масабад, оно остается, оно будет легче уже в полях без особых требований, бихмита мушурбошукурбос ворготы, но при этом как функциональный инструмент он будет еще работающим, на ваш век точно. Вопрос про Илана Богослова. Он сейчас в контакте со мной.
Очень разговорчивый храма. Линда Миша Машербас Правада. Кстати, надо сказать, что ему дали возможность совсем не давячи. Бихмита Машербас. Он только лет 5, как в активном поле, в сонастройке с людскими параметрами и имеет возможность выйти к уровню человеческого сознания. Бихмита Машермод. Он все больше и больше будет сейчас проявлять себя. Лимита масса антимешокромошок работы и достаточно эффективно по задачам работает именно в состоянии качества жизни людей. Бихмита тоже кромошкода. В большей части по направленности, по качеству бытия и по сонастройке целостного обихода. Вопросы из онлайн. Расскажите о правилах набора энергии в новом поле 4D на канавке. Как взаимодействовать? Алин Тимиша Жукозы, Хмейда Масантимиш Грумошоколады, Дихтами Синтамана. То, что вы сможете зафиксировать кодами физически, сначала нужно принять, это однозначно Бихмаша Машрабата. Все, что вы хотите зафиксировать на бытие земное, Бихмейда Машикана, сначала нужно в тактильности пройти, а затем задать параметры. Лихмейда Жукурмоша Рукурбоша Жукоды Хмейда. Канавка, как источник материализации, он имеет место быть. Бихмашрабата пока работает через молитвослов, через фундаментальный образец битвы Моса Межукада, поэтому Богородица, где вы радуетесь, Бихту Жукурмоша Курбоды, возьмите себе на заметку и завтра чтите ее. Лида Хмейда Масанти Межукурмоса, Диды Масанти Межукурмоша Масрабада. А вообще, чтобы функционально, если вы приехали одни, Бихмита Масрамашкады, функционально проработать на канавке Бихмита Масрабоды, ваша задача пройти как минимум 21 круг Михмита Маши Машибота, зафиксировать активность на более аккумулированное состояние. Редых Мида Моса Тими Жукурмоса Дихты Масин Дамаши Башибата. И через молитва слов Бихту Курмоша Рубота активизировать работу. Сейчас энергии емкие, мощные, тонкие Бихмита Маши Машибат. Поэтому здесь нужно потрудиться более ресурсно. А мы, по-моему, 7 проходили. Редыха Маса Дамада, вы 7, потому что с кодами будете работать, да. На канавке Богородицы. Дима Шербош работает, Мида Маса Машербаш Батух работает. Это по территории, естественно, за раз, когда вы приходите в поле. Доза мада в любом. На канавке Богородицы появилось 2 разлома. Покрытие на одной прямой, в начале канавки и в конце. Что это? Физическое проявление перепрошивки? Антидужу конца мида масса, антимеж грумоша года. Там вообще, в принципе, визуализация меняется по основе. Поле бихмита машибар храбата, поле благородные цвета выявляются. Лидмоша рукош грумоша года. То, что структура меняет физическую форму, совсем немного. Есть такие основы бихмита машибар грумоша года и заметную уху, да. Как наиболее ресурсно очищаться и наполняться в источниках? В каком порядке? Источник Серафима, Умиления, Пантелеймона, Казанский. Какой порядок? Алиса Жукурмоша Коды. Тот порядок, который заложен в состоянии опыта, как мы сегодня с вами проходили, так в Тукму Жукурмоша Коды. В таком же порядковом сегменте вести. Как различить храмы? Какой самый высокий состав по планетарным активам ввиду цивилизации и учительская система? Ведь есть же храмы до 9-го планетарного, а есть и выше, ведущие системы. Можем ли мы сами их различить визуально? Лето Жукош, Грумош и Жукорбота. Вы чуть позже сможете по кодам, потому что все будут в кодовых показателях. Мейт Машикана. Если по визуализации, Эхмас Антимеш Грумашимада. По состоянию эволюции во времени, по сонастройке иллюзорной формы храмовой комплексы Бихмейта Машимашибад на сегодня максимально качественный и со всеми формами существования активности работы Бихмейта Масарбат по всем показателям, это единый купол общий. Дима Синтамаша Варабашрабада. Когда система имеет градации по состоянию ярусов, Бихмейта Масарбат это очищение, наполнение, аккумуляция. И чем больше ярусности, тем более активная форма работы. Какой самый ресурсный энергообмен при вхождении и сонастройке в храмах? Димаша Машимаш Рубот. Это ваше состояние в моменте. Бихмида Масантимеш Рубот. Когда вы приходите, Алида Хмида Масрабат, вы выводите состояние благодарности, любви, просьб. Бихмида Масантимеш Рубот. Естественно, учитель по энергии, по сонастройке считывает ваши формы. Алида Хмида Масамара. И тогда вы можете понять, что вы в сонастройке и на тонких энергиях вы в подаче. Бихмешкана, когда ваше тело среагирует, как на практиках. Алида Машимаш Масрабат. Если реакция есть, то, соответственно, клеточная мембрана Бушгурмашкода в поточном состоянии. Соответственно, поле системы сонастроек работает. Михмита Машкана, реакции нет, тогда включайте дополнительные инструменты. Огонь,
рихмиду машукон, воду, бихиди машир машу батку машукон, молитва слова. То есть включаете максимально качественные инструменты для работы, чтобы тело познало формы. Бихмиду машу карбат. Как только тело проявится, соответственно, все настройки прошла. Рихтунды мишукон. Тогда уже можете исполнять любые формы просьбы, осознанность выводить на более качественный уровень все настройки, на задачность, михмита машугада и работать с исполнением входа. Но опять же, димаши машурбашубата. Настолько тонко считывают учителя ваше формирование полей бихмита масента машубата. С какими целями и задачами вы приходите, возможно, даже бывает с корыстными бихмита машурбата, особенно запросы по финансовым потокам. У многих жесткие бывают по состоянию согласования бихмита масента машурбата. Поэтому здесь нужно объяснять, с какими задачами, для чего и зачем. Чем быстрее и емче вы объясните бижукамашукону свой функционал по состоянию сонастроек, для чего, зачем, как вы видите свою жизненную историю, бигмита масрабада, осознаете в моменте по сонастройке с эмоциями, с чувствами, ощущениями, проведете на поля бигмита масхан, тем быстрее включится вам сонастройку с учителями. Можно ли выстроить портал без подключения учительской системы? Насколько ресурсны будут такие места? Деды Миша Маша Маскрабата. Нет, невозможно, только потому, что у вас у всех есть учителя, Бихмита Машрабата. Чтобы вам организовать физическую работу, вам необходимо создать поток. Бихмита Машрабата. Поток образуется только за счет учителей. Это могут быть святые, это могут быть боги, более сущности высокой формы Бихмита Маша Машрабата. Только в этом случае они могут быть проводниками, вы тоже. Рихмида Масанти Межукрамашуботы. И только в состоянии того, что поступает более аккумулированная энергия, Бихмита Масанти Машкана, усиливается возможность энергопотоков и портал образует свои поля. Скажите, есть ли Матрона как учитель в мусульманском эгрегоре Сергей Радонежский, Спиридон и Лука? Какого планетарного состава их проявление в этом эгрегоре? Динды Мишуру Машкона. В четвертом поле объединенные структурные формы, естественно, имеют общую основу. Алидов Мейда Машербат, Спиридон как отвечал за финансы, так отвечает. Мейхмейда Машербат, он в паре с Сергеем Радонежским, Бихмит тоже Грумоша Кода, и с Николаем в активной работе. Бихмит Шербат, поэтому на финансовые активы еще подключается данная форма учителей в 4D формате. Лидов Мейда Машкан, если вы увидите икону Бихмит Мада с ликами учителей, соответственно, понимаете, что если имеется Спиридон, на основе Бихмита Машакана. Понимаете, что инструмент работает для созидания финансов. Ледумита Машакана. Итак, любые парные соседства Бихмита Машакана образуют задачность. Мишу работу по исполнению своих форм. Лектун Демида Масанти Мишу Машамана. Поэтому диктамины, те названные учителя, которые имеются на сегодня в работе, в активе, они имеют доступ в 4D формате. Бихмита Машамана имеет активность в рабочем состоянии. Вопрос в другом, что они поодиночке со многими задачами не справляются, поэтому функционально аккумулируют энергию на потоке совместно. Бихмит и Жукубота. И все больше и больше будет образовываться икон парных соседских. И крайний вопрос от участников онлайна. Новый храм монастыря имеет много сакральной геометрии с огромными панно с птицей павлин. Какие цивилизации организовали порталы с птицами и что они несут? Как наиболее ресурсно брать энергию в новом храме? Дима Шурмашрубота. В людских параметрах есть такая песня Биг Масхана. Птица счастья. Бижрубота. Обо всем говорит, согласны со мной? Ледок Мейда Масан Тимижукру Машамада. Не просто так выданы эти материалы, опять же, на земные формы программ Биг Мейда Маша Машрубота. Потому что птица — это участник системы новых форм, как некий Биг Мейда Маса Машрубота инструмент, который помогает высвободить более тонкие бихмита машкада энергии на поля и, соответственно, сотворить новые возможности. Бихмита машрабат. Почему уже проявляется бихмита машрабата? В скором времени, я говорила, на определенной территории будет обозначена птица. Димасента машрабат. Не могу раскрывать более глубокой стадии бихмита машрабата межгрубота. Но птица — это бихмида, проводник эгрегора православия на актив, на более тонкие поля, на восстановительные формы бихмиты жукработы, на обеспечение программ более емкие и качественные работы бихмиды масаканов. 3D – это Иисус Христос, проводник для людей, бихмиша машканов. 4D – это птица счастья. Да, Замана, совершенно верно. Добрый вечер. Вот
Можно такой вопрос задать? Хотелось бы больше прочувствовать земное бытие батюшки Серафима. Вот можно запросить, какая нота души его была к этому воплощению и ведущие какие-то... Здесь же год. А как вы сами думаете, как батюшка работал? Бихмита Мастрамашибата. Какие ему? Дожи Майю, конечно, да. Бижикурмашукот. Доброта и сердечность. Это основные параметры системы основы. Левашкань, поэтому нотфа. Чтобы осуществить телепортацию, левитацию, нужно тело без разного рода закисления, паразитов и грибков. Верно ли это? Лиза Жукурмоши Жукоды Дихты Масабада. Тело должно быть максимально функциональным, соответственно, очищено токсичность клетки, Бижукурмоши Коды, естественно, без базовых нейронных связей, без программных форм и Бихмита Масабада Коды. И особо должно соблюдаться, естественно, это аккумуляция энергии. Бихмита Масабада. Чем больше вы собираете через грегорные формы, через порталы, чем больше вы собираете кодов, естественно, у вас будет больше возможностей. Почему? Бихмита Машербат. Потому что за счет тонкой энергии сознание можно вывести на новый результат. Дожир больше работах мада. Это так же, как вы в школе. Проходите знания, бихмита масармада, принимаете инструменты, соответственно, повышаете свои показатели и растете в своих осознанностях. Бихмита Машеркада. Вы первопроходцы, поэтому, естественно, вы проходите впервые этот опыт в осознанном восприятии. Но первостепенная задача людей, Дима Сентимиш Грубат, это освободиться от блочности, старых программ, соответственно, от нейронных связей, которые образованы в вашей жизни. Рихмейда Мастер Машхада. Эти формы состояний могут приобрести каждый, но только работав над собой. Дима Сентимашхада может получить ресурсное состояние. Соответственно, работать над клеточной памятью, работать над меридианами, нейронными связями, бихмит тоже промышходы, энергопоточностью и целостной работы. Это ваше тело, эмоциональный центр и осознанность. Рихмида Масандамашкан. При этих показателях аккумулированной энергии, естественно, дает свои состояния. Бихмишукана. Чем тоньше энергии, тем больше возможностей в накоплении. Бихмита Масантимишгрубота. Но в первую очередь уже первостепенная задача по вашей осознанности, вашему времени, это телепатическое освоение языка. Бихмита Жукурмода. Многие уже осваивают эти формы, и есть из вас такие формы работы. Бихмита Масантимишгрубота. Это будет массово абсолютно определено. Риту Жирмошукону, форма обращения через телепатию. Бихмита Машкана. В первую очередь, естественно, образование этих форм взаимодействия Бихмита Машурбушкода будет с учителями на активной работе, то есть тонкими энергиями. И Бихмита Маскана, если вы на сегодня понимаете, что такое тонкие энергии, если вы чувствуете энергию, чувствуете свои тела в состоянии энергообменного поля, Бихмита Жукода, поток своих форм существования клетки, Бихмита Машамашакада. Естественно, сознание выйдет на эти поля. Бижукру Машрубот. И в ближайшее время запланировано по исходу, текущий год и следующий год, Михмишрубада полномерно будет работать на то, чтобы активизировать вашу форму состояния сознания. Рихмасамада. Это первостепенная задача. Почему? Бихмишрубада Машрубота. Все информационные поля. Рихмасамадамашкана. Матрица работает в более высокой вибрации. И дабы вам не тратить вибрацию на голос, Михмишрубада Машрубота. Потому что когда вы говорите, очень много тратите энергии. Бихмита Масандамашкана. Задача в состоянии телесного восприятия сознания вывести максимально качественную настройку на работу. То есть объем информации получить, создать в поле, Бихмишкурмушкода, организовать физические формы работы. И это основа. Летах Масандамада. Поэтому задача у цивилизации, у многих ваших кураторов, Лихмита Масандамада, это освоить телепатию и физические формы существования Бихмида Маскана учителей через Грегор Православия и Бихмашрупот имеют такие функциональные формы, дабы человеку помочь в этих основах. Бихмида Машрупот. Основа только в том, чтобы свою энергию сохранить максимально, чтобы у вас были Бихмида Жукурбот максимальные возможности для распектировки новых форм программ и, соответственно, введение в физическую основу Бихмида Машрупот. И учителя на сегодня, особенно через Грегор Православия, активно настроены на эти формы. Помочь адаптировать материал новых программ Бихмида Машикана, запустить новые формы энергии в чувствах, в ощущениях, в эмоциях Бихмида Жукада и переиндексировать вас, переформатировать ваше сознание. Здравствуйте, мы сегодня купались в источниках. Можно или нужно ли принимать душ или лучше... Дожи Рогозы, Бихмида Маса Маши Масар Бушукода. Определение системы 5-7 минут происходит, поэтому Бихмита Машамашка может работать. Если вы уже тактильно соединились с водой Бихмита Машакана, естественно, форма состояния уже определили свои кодовые показатели. И второй вопрос. Нам экскурсоводы рассказывают историю Серафима. Насколько она истинна, то, что нам рассказывают? Сколько процентов истинности той официальной истории, которую... Дуже Грумошу Годы. Вообще, в чем истинность к вам вопрос? Нет, просто нам рассказывают, что...
с мишками он общался, житие, да, и что вот пираты или как-то разбойники на него напали. Алина Демишева, ваша работа. Почему я задаю этот вопрос? Бихмейда Масантимижикана, вы все находитесь в состоянии игры разума. Дима Сантимижурбада, вы берете из матрицы именно ту информацию, которая вам помогает открыть возможности. Лида Митама Шермада, это чистые формы программ в состоянии эгрегора православия для того, чтобы привлечь людские параметры и через определенное состояние энергии завести вас в эти поля для основы. Бихмишкана, какая основа? Это вера, это созидание, это любовь, Михми и тоже промошходы. Поэтому через эти формы информационных полей были выданы эти коды. Все матрица, Бихмитакана, все информационные поля. Бежу пробует, ничего нет, кроме энергии. Дима Сантимашхан, поэтому понимайте для себя, любую форму, которую вы создаете на сегодня, Бихмитам Шикану, в любом событии вы создаете свою материализованность. Бихмитам Шамашкану, вы все держите в голове, и любовь, и благодать, и любой мусор. Лида Митама Сантимишгрума Шикану, поэтому как вы создаете реальность, и как вы в эти игры разума играете, это ваши сходы. Бихмитам Шамашхарбат, подумайте на секунду, Дима Сантимашхарбат, Хурбашрбот, что... Каждый из вас работает эмоционально. Бихмитама Сантимижикана. Каждый из вас строит свои состояния на базовых основах нейронных связок, либо на ожиданиях. Лида Гмидама Шимата. Вы не строите новое состояние здесь сейчас никогда, потому что у вас такие программы, такие вибрации изначально. Лида Гмидама Шибат. Сейчас система позволяет вывести ваши состояния сознания на более функциональные формы. Бихмитама Шукрамашукоды. Поэтому состояние здесь и сейчас, оно особое. Лида Машинбад, поэтому она проявляется сейчас во всех практиках, у мастеров, у нас, Бихмит уже кромаш работ, потому что это состояние, которое дает возможность осознать момент и в их можешь работать, сотворить новую форму энергии, которая на сегодня особо емко выходит на поля работ. Лихмида Масантимиш Грубота, то есть не старые базовые системы, то, что вы накопили в опыте, взять за основу. Бихмида Масантимиш, не жить ожиданием этих систем. Лихмида Масантимиш Грубота, сотворить новые формы. И вы в моменте сегодня, когда побыв на источниках Бихмида Масантимиш, вы, наверное, многие понимали, что испытали блажь. Дима Шахмашрвада. И вы не можете эту блажь содержать, пока вы можете, потому что вы в этом поле, Бихмишака, но содержать ее долго в состоянии ресурсного времени у вас не получается. Почему? Рихмаш Машрвад. Потому что вы включаете матрицу, сознание на нейронных связях начинает ту же работу, и, соответственно, вы не можете выгрузить из этого колеса сансары новую форму программ. Здесь нужна работа. Бихмита Машкан. Работа кодовых носителей, то есть перепрограммирование, работа своих тел, работа осознанности, восприятие этого мира, Бихмита Машрвада. Это не делается за раз. Бихмита Машрвада. Это планомерная, глубокая, качественная работа. Лихмида Масамада. Коль души выбрали этот опыт, перейти в осознанном состоянии в новую форму программы, естественно, это труды. Думаешь, машур-машур гормоны. И все, что человек создает на своем поле, любая форма игры, Лихмашамада, по-другому я не могу назвать, потому что жизнь – это игра. Бихмашикада – это тот сценарий, который вы создаете сами. Лидемида Машур-машур-машур гормоны. И вы каждый можете создать ту форму энергии, которая будет благодатна для вас. Михмитам Шербатам. Но к этой форме энергии нужно возродить показатели. Соответственно, вам нужно прийти осознанно, что для вас блажи. Бихмитам Ашимашимасрабатам. Вы же многие не хотите уйти во вчерашний день, Бихмит Шербатам, в ту историю жизни, которую вы проходили в 3D-формате. Или кто-то хочет. Лина Мада, почему? Бихмитам Шурмушхона. Вам же было там хорошо, Бихмитам Шербатам. Вы не знаете, что дальше. Дима Самада. Но вы в формате времени, в эволюции, вы... Уже на том этапе, когда вы чувствуете себя благодарны на том уровне системы осознанности, где вы. Лихмида Масантимиш Грамашибада. И у вас тот уровень осознанности на сегодня «сотвори себя сам» – отличное выражение у человека. Лихмида Машимада – это приоритетная форма задачи, это ваш инструмент. Дима Сантимиш Грамаш Рубода – «сотвори себя сам», задумайтесь в каждое слово. Дима Сантимиш Грамаш Рубода – «сотвори». Как вы распознаете эту форму? Лима сантимижик масса пробошего кода. Создать. Лидах масса мошер кода. Я есть. Михмита мада. Я есть сейчас. Мишу кработу. Я творец. Я Бог. Михмита масса тоже кработа. На самом деле, все, что в вашем сознании находится в моменте, Бихмита Машикана, то вы сотворяете в моменте созидания. Просто нужно вам понять эту форму. Люди не могут перестроиться в осознанности на сегодня, Бихмита Машимашикот, потому что вы живете еще по носителям старых программ. То есть нейронные связи, они дают о себе знать. И понятно, они в какое-то время отойдут, Михми Шрибат, в зависимости от того, как вы с собой работаете. Но, Лида Михми Шрибат, представьте единожды свой формат новой формы жизни. Бихми Шрибат. Вот я не буду делать так, как раньше.
Ведьми и Дежурпот, осознанно подойдите к этим формам, посмотрите, что происходит. То есть переформатировать, осознать и вывести энергию на поток Мих-Машир-Бот. Это сейчас особая роль каждого сознания. Лиза Миша-Машир-Бот, потому что вы творите мир своими руками, Бихми Дежурпот, своей осознанностью, своими энергиями, и все, что в голове, это только вы творцы своего поля. Дима Сантимиджу Грамаши Масрабада. И почему мы находимся сейчас в состоянии Бихмита Масрабада? Потому что через тонкие энергии вы сможете высвободить новые формы эмоций, чувств, ощущений и программных форм. Добрый вечер. Вот такой вопрос. Бывает так, что дети при крещении очень сильно плачут, прямо задеваются, а есть дети спокойные. Когда дети задеваются, говорят, что из них что-то там вот выходит. Так ли это? Почему вот такие происходят? Дина Машибада, нет, конечно, вижу, как можешь работать. Вот когда вы, например, находитесь на энергии солнца, взрослые люди, Лиды Машмашкана, что с вами происходит? Вы приходите тут же ко сну, у вас появляется слабость тела, Бихми Шибады, кажется, что энергии не хватает. Лиды Машмашкана – это тот источник энергии, который поступает выше, чем вы по формату, и, соответственно, нужен баланс. И как сегодня, почему я сказала поспать, восстановиться, Бихми Шибады, потому что энергии емкие, соответственно, телу нужно сонастроить. Дима Сантимиджирбада. Когда дети приходят на новые состояния Бихмиджирбада в поле Земли, особенно малые дети, которые души еще девственны по чистоте своих форм, Бихмидама Сантимиджирбада, естественно, аккумулированная энергия на теле отражает свои показатели, особенно на планетарных душах, которые в более высоких формах. Бихмидама Шибада. Тело начинает Вижу, потому что босс работы восстанавливается через энергоканалы, через потоки, и скрежет идет, и михмита машикада. Ребенок испытывает физическое состояние системы недуга, потому как выстраиваются меридианы, каналы, энергетические потоки. Рихмаш машир мошир бош хромоса димихтамада. Почему кто-то плачет, а кто-то стабилен, бихмита масхана? Здесь зависит от уровня усвоения. Если земные программы больше, то в поток запускают сразу форму существования, энергии, бихми шикана, матричные программы и так далее с помощью эгрегор православия усиливают параметры. Лифтунды Миши может работать. Если планетарный состав, то более сложно проходит этот опыт. Да, и вот в связи с этим еще вопрос. Сейчас услышала, что крещение, оно будет актуально. Продолжать еще. Линдуину Машербада. Инструмент никто не меняет, пока в вашем веке активности он имеет место быть. Да. Соответственно, хочется усилить параметры собственных детей и покрестить их. Можно ли сейчас уже использовать сакральную геометрию, цветок жизни, например, при крещении? Лиды Миши Машрукода. Во-первых, чтобы усилить параметры системы взаимодействия с эгрегором, у вас должны быть понимания системы цифровых форм. Бихмиды Машрукода. В какой день, в какое время? Бихмиды Машрукода. В какой день рождения произошло? И Бихмиды Машрукода. Функционально это будет работать именно в тот день, когда система человеческой формы образовалась на Земле. Бихмита Машикан. Если человек появился на Земле, например, в воскресенье, Бихмашикан, воскресенье, крещение видите. Бихмашикон. Функционально тогда более емкие основы. Лидах Мида Масантимиша Промашукона. Что касается системы тоже промашивода, инструментов, которые работают в эгрегоре православия, крест имеет свои основы, Бихмита Машикан. Как только в храмах начнет появляться и проявляться сакральная геометрия, вы увидите также по свечам цветовые формы новые, бихмиты шикана, они уже начали проявляться. Я где-то в Европе, кстати, видела уже по цветам радуги свечи. Лидахмиды мошежукож промошежук работает. Тогда система уже начнет активно работать на сонастройку бихмиты мошежукода. Сакральную геометрию уже многие применяют. Лидахмиды масантимиджу промошебада. Мы осенью начнем с вами изучать формы сакральных расчетов бихмиты мошебада, потому что это форма жизненной силы энергии, это божественная энергия, которой вы являетесь сами, Бихмита Машрабада. В форме Фибоначчи мы покажем, как на ДНК работе это функционирует, Бихмита Жукода. Когда человек начнет рассчитывать эти знания, естественно, будет принимать максимально возможные инструменты для своей работы. Дима Жукода, и в том числе игрок православия, будет принимать эти формы. Приветствую. По какой причине вы не открываете подробности о птице религиозной символики? Алиджур Мошрбот, потому как система воочию должна увидеть свои формы, Бихмита Масандужур Мошрбот, Дикты Масамейна, и эта информация не должна по населению идти, дабы эмоции должны быть выработаны активно, Бихмита Машакан, дабы запустить энергетические поля и аккумулировать энергосостояние через людей. Лимаши Машакан, когда знает, уже эмоциональная составляющая абсолютно другая, и аккумулированная энергия поточного состояния качества диджигурмода уже не достигнут на полях основы. У меня такой вопрос. После погружения при смене рубашки она у меня пошла. Здесь может быть две основы. Диме синтемаши маши маши больше жукурбота. Если по состоянию бихмита масантимиджурбана
швов. Разрыв получился. Лидахмиды масантимиш промашукода. Это форма состояния того, что энергия работает полиактивно. Бихмиды масрамашкада. Аккумулированная энергия создает вам поля. Бихмиш работа. Такая уж нагрузка по аккумуляции происходит. Лидахмиды машерпада. Если тканевые системы вышли на результат, это ваше тело. Бихмиды промашукода. Скорее всего, произошли энергетические формы работы, дабы залатать вашу основу. И больше всего работа с телом в основе имеет свои поля. Дима Самашрвата. Либо тело страдает, и за счет функциональности состояния энергообменного поля бихмошу-мошрвот таким образом залатывал свои основы. Как раз разрыв произошел именно в том месте, где у меня травма. Дожи вместе с ОДЭ, значит, ожидайте исцеляющие показатели формы. Дима Шимада. Энергия скапливается, соответственно, создает по материалу. Дожимада. Как правило, это исцеление. Здравствуйте. У меня будет несколько вопросов по храмовым комплексам. Источник Святая Ручка во имя Иоанна Крестителя, район Новороссийска, Краснодарский край. Какой планетарный ведет, его ресурс и 4D, и назначение? Они дурбоши жукоды, дей лихмана, дей машипату, кработы, дыхмашка. Девятый планетарный состав, 4D, 3D формы в общем объеме поля, бихмиты, массантими жукоды, начищение в исполнении работает. Следующий. Святой источник на территории женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Всецарицы. Это станица Пластуновская, Краснодарский край. Тоже его ресурсность. Индидули Маши Жукурмоты. Известно поле. Бихмиды Маши Рукоты. Наполнение. Активная форма работы. 11 состав и 9. А вода какое назначение? Линдули Маши Рукоты. Очищение наполнения через функциональную форму. И еще один Свято-Михайловский Афонский мужской монастырь и святой источник Пантелеймона на его территории. Это республика Адыгея, Майкопский район. Антидожукона миссия Машербата Курбошукона. Восстановительные формы на основу мужской стати, мощи, силы, исцеляющие показатели в основе. То есть только с мужским полем. Лимаша Машукана. Женщин лучше не ходить. А какой планетарный? Линду Курбота. 9 и 7. А планетарный состав? Ресурсность. Лиду Гурмоши Жукоды, Тихмида, Масанта Машерпада. 9 через 4, 7 через 3. Благодарю. Линза Машермада. Еще прошу учесть по параметрам Бихмита Жукурмот. Сейчас все больше и больше будет порталов образовываться, в том числе вы будете созидателями этих форм. Лиду Гмида Машермада. Вот когда используются все ресурсные состояния инструментов в храмовых комплексах, в духовных центрах, в Михмашуканах, портал, который вы будете созидать, и создавать Михмишакан, они сразу будут приходить новые в оформлении, в созидании, и пишут Курмошукон через новые инструменты в работе. Поэтому вы четко будете понимать, что это 4D. Дима Сентимашхан, переходящие храмы, которые знакомы вашему сознанию, соответственно, в состоянии поля единого формата имеют расположение актив Михмита Машрупат. Они будут иметь элементы новых созидательных форм Михмишакана в цветовой гамме, в сакральной геометрии и выражать себя. Рими Сентимашхан, где не имеется сакральной геометрии и за 7 лет ближайших не сложится, соответственно, понимаете для себя, дом Журбода и формат 3D основа. Такой вопрос. Есть известная икона семистрельная Богородица «Умягчение злых сердец». И в 3D информация была размещать ее напротив входной двери, когда, ну вот, в квартире. Актуально ли это в 4D и как вообще, может быть, последовательно? Тоже икон Семеда Машерхода и Дихмеда. Вообще Богородица должна присутствовать вообще в каждой хате в активе. Ледахмида Маша Машрубот Хрубот, она является хранителем, она является эгрегором подачи по многим формам Бихмиш Рубот, поэтому в каждой семье практически она присутствует. Лихмиш Рубот, вопрос в том, что как выражается, каким полем Бихмида Масрубот, вы можете по иконе уже наблюдать. Бихмиш Рубот либо старого образца, либо новой формы. Соответственно, у вас будет притягательность в основе к этим инструментам более высокой формы, потому что ее нужно будет разместить у себя в поле, Бихмиш Рубот у себя в пространстве, поэтому новая форма будет притягивать. Дома сантимежи промоши мосты, димешрупат храбат. Нет такого, что это должно быть у входа, это должно быть в пространстве, где вы живете, бихмита машермош работ. Потому что пространство, естественно, в цифровом модуле учитывается в показателе. Если вы находитесь в 92-й квартире бихмешукана, соответственно, эти цифровые данные будут работать. Лихтемитин тоже промоши работ с работы. Вопрос цифр, которые работают в состоянии пространства. Бихмита жукана. У вас же в состоянии пространства обозначен каждый код. Михмита Машрабат. У вас нету
дома без цифры. Бихмитовочка на эту цифру, естественно, на энергообменное поле, имеет свою подачу каждая стать система учителя в определении территорий. Бихмитома Сентамашкарбат. Например, если у вас дом, либо улица Бихмитошкарбат, естественно, это закодированные формы, все абсолютно матрица Бихмитомашкарбат. И на цифровые данные та форма энергии, которая имеет обеспечение, вы попадаете именно в эту форму и там же проживаете и отрабатываете эти основные возможности. И, соответственно, Богородица распределяет эти формы. И в каком пространстве, под каким она номером находится, так и исполняет свои исходы. Бихмишермада также исполняет по отношению к вам, по каким цифрам вы идете. Бихмишукон также каждый учитель активно работает согласно вашим настройке кодов. Михмитамашкан, потому что абсолютно все цифровые данные. Еще один вопрос. Родник Серебряный, святой источник Божьей Матери у станицы Смоленская, тоже Краснодарский край. На очищающую функциональную форму работает Михмишурбот. 4D формат включен, Бихмитошурбот. Общее поле через очищение в состоянии восстановления. Будет ли актуальны 40-устые о здравии? Дожи Маши Рукоды. Еще вот 3 года будут на поле Бихмита Маши Машурбата, а после нет. Рекуду Машургода. Почему 40-устые? Кто знает? Кто может определение дать полю? Лизабеша Машимада, 40-ост, очищение кармических кодов, обнуление, Бихмита Жукурмашкод, потому что в 3D-формате состояние системы основы Бихмита Машукурбот. Почему, например, поминальные дни 40 дней, Бихмита Масантимашукан, почему 9? Никто никогда не задумался. Завершение, соответственно, новая форма. Бихмита Шукана 40 дней, соответственно, обнуление кармических связей, выход на новые формы основ. Лидмита Машипат. Каждая цифра имеет значение, в том числе в эгрегоре православия, Бихмита Машимашработы, сколько молитвословы проходят в цикличные формы по информационным потокам, это тоже имеет значение. Бихмита Машиками, когда вы читаете молитвы, естественно, сколько раз вы прочтете Бихмита Жгурмашрукорбот, как вы создадите эту поточность на голосе, Бихмита Хармат, на какой вибрации, на каком тембре, Бихмита Жукот, это все зависит от форм настроек. Новое пространство, новые правила взаимодействия, энергообмен. Вот отпала потребность ставить за упокой свечи уже какое-то время. И вроде как немножко совесть мучает вроде как потомков. Дима Шермашрукот, а у вас как с потребностью по поводу молитвослов? Ну никак. Лима Шермашрукот, ну сама матрица за себя говорит о том, что вы берете уже тонкие поля, тонкие энергии, фундаментально включаете новые программы. Поэтому молитвы в чтении еще кто-то использует, Михмит Машрипат еще аккумулирует по своему состоянию, но эта форма системы инструмента уже не особо актуальная. Леда Дмитрий Машкан, как придут новые молитвы, более высокая вибрация, с более функциональной их формой, Михмит Машкода именно на ресурсном потоке работающие, то, естественно, будет проявлять желание. Михмит Машкан, это чисто программы, Леда Дмитрий Машкода, которые заложены в осознанность для активизации форм, Михмит Машкода, и согласно эволюции времени они приходят. Михмит Машкода, сейчас активность формы работы заключается в том, чтобы почувствовать энергию. Бихмита Жукана телом в моменте здесь сейчас. Бихмита Жукурмашхода. Я от сердечного обихода уже функционально выстраивает работу с учителями. Ну тогда как быть с памятью о предках? Да, Мишамада, базовая программа, опять же, нейронной связи, о чем я и говорила, Бихмита Жукурмашхода. Исключайте возможность нейронных связей, переходите на новую форму, на состояние здесь сейчас. Все, что приходит с людскими параметрами, бихмитом же кромошек госработ, все, что приходит в эмоциях на сегодня, в состоянии непринятия, организуйте работу. Лесте Митом Ашимот, прежнему вы не будете никогда, Дима Сентимежипата, новые формы состояния источников нужно выводить уже на поля. Лесте Мишимат, поэтому состояние здесь сейчас, которое вы проходите в практиках, и если вы ведете каждодневную форму хотя бы 1-2 минуты, на состояние здесь сейчас, это принесет вам огромную пользу. Леда Мида Машербад. Во-первых, саккумулируется энергия максимально, высшая я выдаст параметр максимально качественный по событию, бивший урбот, и у вас, соответственно, сложится качественная дорога. А насколько ресурсно открытие эко-центра на Сахалине? Леда Жукурмашрукот, пока рановато. Дима Сантимович Жукурмашрукот, я вам говорила о том, что
экосистемы они будут проводить и души в основу чуть позже, лет через 7, бихмашкана после перехода. Пока организуется работа ледокумоши года, то есть клетка будет настолько давать функциональную форму, что души будут сопровождать в состоянии поля. Ледомидомашрабат не обязательно с ДНК формах работы, бихмашрабат ухода, именно через подачу экосистемы это будет достаточно емкой формой. Ледомидомасантимижрабат это будет достаточно распространенная форма обращения, потому что парные эгрегоры бихмитожурботу будут до последнего выводить чадо в поле. Такие программы в состоянии сознания будут включены. Ледокумоширбот. Поэтому деторождение у женщин активизируется в форме работы на более длительный срок. Михмитомжурбот. Цикличная форма состояния основ. Гормонально меняет показатели. Гимошукурмошижурбот и дихтимина. И состояние новых программ включает новые возможности для воплощения душ и организации работы этих активов. Добрый вечер. Подскажите, негативные черты характера, такие как жадность, гордыня, тщеславие, зависть, влияют ли на качество подаваемой информации, если они у контактеров? Держимость работы, конечно, да. Ледовый массантимежработ хрбот. Происходит заземление в состоянии основ, и, соответственно, бихмитомежработ хрбот. Вы, как проводник, заземляете в параметры, не можете вывести более глубокие формы. Ледовмидомашработа. Если у вас еще эти деструктивные формы заложены, соответственно, вибрационно вы по частоте имеете свои формы основ, жизненное обеспечение ведет вас в эти формы. Димасантимежгурмот. Соответственно, ледовмидомастомашработ. В первую очередь проводник должен цельно отработать себя, бихмитомашработ, отработать опыт колоссальный для того, чтобы стать проводником. Ледовмидомашкан. Тогда душа выводит на параметры, когда система начинает работать и латать благие состояния. А колывание в НСО храма Александра Невского переформатировали? Линзы жуконцы, медомасса, антимежукада. Да, как мужское поле, активизация понесла свои параметры и имеет кодовый носитель. Да. Подскажите, пожалуйста, влияют ли родовые системы на нашу жизнь сегодня и сейчас? Динзы жуконцы, медомасса, очень много об этом говорила, пигмента машинбушрбота. Родовые каналы на состояние ДНК форм на сегодня... Те, кто в осознанном состоянии перешел, бихмиты жукоды никак не влияют. Бихмиты машрепаты. Если вы в матрице 4D, никакие родовые программы, поэтому вы замечаете, что вы с родителями становитесь отдаленнее. Бихмиты машрепаты, что вы с детьми уже не в таких формах существования, стрессовых форм бихмиты или любви находитесь. Димасантимежукрамашукан. То есть каждая душа, дети после 12 лет работают сами за себя. Димашкрамашукан в состоянии переходного активного времени, бихмитомашакарабата. И вы абсолютно в ДНК-системах, в кармических связях не участники. Бихмушработа. Поэтому все программы, которые в 4D вы принесли, бихмитомашрабата, они без состояния плодов родовых программ. Добрый вечер. Интересует очень ангельская система. И вот херувимы, серафимы, архангелы, как они в четвертом поле сейчас будут работать, какое взаимодействие с душами? Правда ли, что архангелы сейчас много душ в сведении взяли вместо ангельских? Где же Машка? Нет, неправда. Где же Гурмоши Мос работы? Все святые по состоянию системы источника работают с душами, с монадическими формами. Лида Маши Машка. Все, что касается архангелов, Бижу Гурмоши Мос Гурмоши Боды, это те системы статусных форм, которые отвечают за программы, которые использует человек. Лида Мечеркада. Очень в редком случае подключает свои параметры, дабы открыть возможности программ в состоянии человека, в осознанности бихмиты жукрубот. Поэтому понимайте для себя, что святые работают на состоянии человеческой формы, архангелы, бихмиты жукрубот, машибады и другие статусные боги, то, что называется у вас, работают на состоянии систем программ. Какой планетарный? Здесь же мод разные. Добрый вечер. Добрый. Собор Казанской иконы Божьей Матери в Казани. Потом обновился. Дежурмашхода еще не совсем обновился, уже созданы новые формы бихмита машрабата. Храм будет преображаться более эффективно и глубоко. Эгрегор православия выходит на максимально качественное состояние адаптации этой территории бихмита жукурмашхода. Поэтому Богородица ведет новый опыт, 4D формы открывает в полях. Там ресурс какая? Димашкан 9-11. Сколько можно раз получить? Дежурбот, жукот, смотря как работает. Михмида, масса антимежгрубот. Просто присутствие бихтужгрубашипата 250 МГц дает просто наблюдателю. А если активно? Димасхан, смотря как. Дежурбот, жукот, максимальное познание системы форм бихмида, жукот. За одно присутствие бихмишукада может дать до 3500. До сантимежгрубота. Уровень достаточно значимый. На уровне казанского дежурбот, жукот, чуть менее по активности форм.
вот еще... Какой еще раз храм-то? Надо съездить. Собор Казанской иконы Божьей Матери. Значит, поедем в Трип. Да, в Гордон, кстати, туда привезут покров Божьей Матери. Да. 11.11 и 11.08. Что ресурснее? Потому что... 11.11 и 11.08. Ресурснее в чем? Ну, по времени. Если время видим. Да, да. Лида Миша Жукон, Тимеидок, Москва. Ну, как вы думаете сами? Ну, 11.11 это запускная программа, 11.108. Ну, 11.108 это с учетом Фибоначчи просто... Дима Шурмон, совершенно верно. Бесконечная форма энергопоточности фундаментальных программ. То есть 11.08 это будет... Ну, Шукон, конечно, да. Дина Машикана, цифры творят чудеса. Дижу Брумаши Жукозак, Мита Масса Антимиш Брумашиман. Поэтому учитесь уже управлять цифрами в своем сознании, Бихмита Маши Мушкоды, понимать, что сейчас обменное поле по цифровым носителям, они определяют вашу жизненную роль. Дима Сантимиш Жукана, почему я об этом говорю сегодня? Бихмита Масса Антимиш Брумаши, потому что сейчас меняется матричная форма программы, соответственно, вы сами. Бихмита Масса Антимиш Брумаши Жукоды. Сейчас активно будут менять территории, Бихмашикан, свои квартиры, номера телефонов, карты, все, что вы используете в системе расчетных модулей Бихмашикана в этой матрице будет давать замену. Бихмита Жукрубот, прощайтесь легко, это только во благо. Лида Хмита Масхамана, потеряли карту, слава богу, Бихмашикана придет новая и придет более качественная форма работы. Бихмита Масхамана, здесь форма состояния системы доработок учитываются в параметрах нейронных связей, поэтому какие-то испытания будут легкой формы, но они во благо качественного состояния на дальнейший путь. Храм Александра Невского в Нижнем Новгороде, там где 178 икон ликов Божьей Матери. Ленин Святому Шукон переформатирован, это новая форма, сейчас будет все больше и больше обновляться, и внешние, и внутренние, и бихмешер мошкод, инструменты будут запускаться работать, 9-11 состав основе. Ирина, на этом наши вопросы закончились. Огромная просьба. У нас сегодня есть книжки «Устройство Абсолюта». Буквально 1-2 вопроса, которые вам больше всего понравились, можно презентовать. Ой, давайте помню. Так, ну кому презентовать? У кого нет такой книги? Новички, есть у вас книги? Проходите. Вы же задавали вопросы? Да. Изучайте, потом расскажете. Я уже не помню, что там написано, но все во благо. Хороший вопрос был про иконостас домашний. Вот, мы вручаем. Спасибо вам за вопрос. Потом пойдете, я подпишу. Подойдете, я подпишу. Ну что, кто еще? У нас есть еще пару книжек. И проходите. Вы сегодня так купались здорово, я прям, знаете, чуть и сама не нырнула второй раз. Вот прям так это, с душой прям. Благодарю. Изучайте, развитие вам. Вы тоже сегодня так ныряли хорошо, у вам развитие. И фотография у нас хорошая. Ну все, сам Бог велел. Видите, дарование сразу пришло. Все, больше нет подарков. Или вот это тоже подарок? Есть. А это ваша? Крайние, да, книжки. А там подписано кому-то? А вы подписывали их уже в самом начале, когда они были созданы. Развитие знаний и вибраций. Ирина Чепкунова, 2020. Ой, ну вы все к делу пришло на самом деле. Мы вас поздравляем. Ну, видимо, да. Ирина, у нас сегодня есть несколько таких замечательных икон. И немного вещей для того, чтобы их зачинить. Вот я сейчас буду показывать, да, вещь, пожалуйста, задавайте сами вопрос, чтобы вы хотели узнать о них. Джижукрумо, Шижукрумоды. Мне нужно будет проводника основу еще. Александровна Бижукода Пирогова. Бихмита Жукрумоды Тидыхмана. Массантимина. Вопрос? Задача проводника, который писал эту икону, потому что икона немножко не закончена, и есть ли ресурс, и какой ресурс несет это? Антижир Мушерукода Митя Машерват. Задача проводника для того, чтобы фиксировать новые показатели, выводить новый инструмент на работу, не для себя, а для людей, активизировать формы. Лидок Митя Машерукода для исцеления будет создавать иконы для того, чтобы вести людей на поток. Митя Машерукода, творческие активы с настроек, связанные с женскими формами. Лидок Митя Машерукода, это новый формат,
Алина имеет широкую работу тихты масса, де маши мосхода. 4D формы, которые открывают в основном женские формы основ. Михмитышка, 9 планетарный. Какой просьбой можно обращаться и что несет цветопередача? Гейдзейна Мешимада, как вы думаете, что несет цвета? Сердце. А вот Дима, вы увидели целительство. Золото. Дина Маши Масхада, абсолютно верно. Да, желтый цвет, вижу, будет проводник для органов. Мих Маши Мад, поэтому мы исцеляем и вижу, будет именно желтым цветом. И сердечная зона – это основа. Абсолютно верно, рассчитан материал. Мих Маши Мад, я есть Бог. Семя, бихмашрубот, я и создатель, я есть Бог, точка основы, лида машрукожи, кромашрукор, боты, дихты мада. Поэтому сакральная геометрия, здесь участник, я есть житие, божгромашкот, божественная энергия в основе жизненной формы. И в дальнейшем какие картины или вообще что-то? Эти машрукожи, проводник будет работать на состоянии функциональной формы, но больше на знания ведет. Бихмит, божгромашкот, открывая новые потоки. Благодарю. И вот как раз таки вот этот символ был выведен в потоке сакральной геометрии. Писала не я его. Я писала. Вот. Ой, надеюсь, это... Просто что значит этот символ, а вот именно сам как символ, и что несет сразу? А лицо жукрота митинтом жукоза маши мады дыхтмина. Это вообще сакральная геометрия, часть актива семени, бихты тоже кромош рукоты, бихты лансумасен де адамада. Опять же, я есть между кромош рукоз хруботы, соединение формы физической основы с абсолютом, с Богом. Ритм меж маша кромоотход, но он здесь еще не доработан. Бихты меж рубат это лишь часть. Благодарю. И маша маша ботах, маса маша бада. Ну что, кто писал, тот еще будет развиваться и создавать. Очень. Да. Подойдите, пожалуйста, чья икона? Чья икона? Икона моя, но не я ее писала, просто дело в том, что я ее приобрела, почувствовала, что моя икона, и когда я принесла домой, она столько радости дарит и умиление, что просто прям... Анди Журмо, да, что вы хотите знать по активной форме работы? Просто узнать, какое влияние вообще эта икона. Алиса Жукон, Синдемаш, Жукон, Синдемаш, Жукон, Синдемаш, Жукон, вообще инструмент говорит о том, чтобы создать семейный эгрегор на качественное состояние. Бих Маша Маша Бот, то есть к душам пришел Бих Миттлхада, развить систему семейных программ. Межу Жукон, Синдемаш, Жукон, каждое состояние инструмента несет свой функционал. Бих Маша Бот, здесь функционал именно развития системы Бих Маша Маша Рубада, качество семейных программ, Бих Маша Бот, в этом основа. Девушка работает, 9-11 состав по основе поля. Ваше творение? Отлично. Ну все же, пора храмы открывать. Портал есть, создавать. Вопрос. Одежда Жукон, Тимидах Машка, 9 планетарный по подаче. Димаш Гурмаш Работов, вместе Маша работает Хоргот. Ресурс программы открывает новые возможности. Диза Машикана, программные формы. Вижу работу с любыми задачами, новые программные основы. Бихмита Машир Машабад, то есть новые формы ощущений, чувств, эмоций, программных обеспечений, все, что связано с новым формированием. 4D же получилось? Диза Машикана, 4D, да. Его, ну, прикладывал, получил? Да, Диза Машикана, кодовые носители? Ну, да. Диза работа имеет форму. Диза Машикана. Да. Творите дальше, говорят. Какая вот у нас замечательность. А, ресурс для воды. Изучала, сама его на Бали покупала такую еще лет 5 назад. Литахмиды жукурмос, индимитов, тумос, индимижикат. Минералы работающие, бихмиты жукурмос, шукот, димат. Но сейчас есть более активная фундаментальная работа, это красная медь с бижукурмос, работа. Минерал уже на основе системы фундаментальной работы не настолько активный. Я завтра покажу икону, в котором рисовала. В чине личном через другую цивилизацию дали информацию, что те, кто на портале личном рисует Серафима Саровского, те построят большие храмы. Верно ли информация? А где же кожа промоешь работу? Я вам больше скажу. 7 человек из присутствующих порталов будут выводить через коды Серафима. Бихмита, Бижир Машрабата, те, кто участники системы знаний портала. А кто на порталах? А, ну понятно, из нас 7 человек. Где же жукой жукур моши биты, мастентими жубата? Мужская суть одна, дима жубот хрубота и женские сути 6. Мижербат хрубат, где битумы подачу через Серафима будете осуществлять в состоянии эгрегорных форм.
Бикмашхан организовывать будет портал. Где же работа? Вопрос какой? Питание, ресурсы. Алижу промошу года. Ресурсы есть из 10 баллов 9,8. Бикмашу промоса диктун демида машимат харбата. Для клетки достаточно активен, может заменить основное питание. Межукомоса антимежурбата именно для энергетической емкости существования. И крайне, что здесь? Химический состав и на клетку влияние. Если думаете, масса интеллектуальных кода, есть более активные формы работы, бить мида маша жукурмос работает, мида масхана. Химической формулы нет. Матрица Ладини, Наталья Ладини, которая высчитывает, вот она так выглядит, по дате рождения, высчитывает коды. Алина Ромоцитли, когда это басандижу, отдых масса жукурмотетина. Как еще раз по дате рождения учитывать коды? Да, то есть вот это день, месяц, сумма цифр года, вот это кармический Лиза, ваши годы, назовите еще данные формы. Наталья, матрица предназначения или матрица судьбы, автор Наталья Ладини. Лиза, вот это мой работа Наталья Ладини. Ладини. И кто за дату рабочего года? Угу, так, и вопрос какой? Ну, формат какой? Здесь же конце мидов мост антимежурбат. Она еще будет дорабатывать, но 4D форма будет выводить активно. Бихмит уже коды из мастермада. Еще форма состояния не доработана. Лидух мош уже кормош код. Но цифровые носители в состоянии фундамента тоже выстрелы в основе. Значит ли это, что вот эти цифры присутствуют в нашей монаде? То есть... Единый же рабочий год. Расчет еще сполна не получен. Бигмин докурмост антимежурбат еще только фиксируется на основании базовых показателей, поэтому еще в сознании проводников бигмошу года придет информация на источник фундаментальной работы. Пока еще доработка источника приходит. Мигмин и мастер-мастер-бат. Доработается чуть позже программу, года через 4. Так, ну что, дорогие участники, на сегодня все. Спасибо вам за вопросы.